Приветствую вас, поскольку вы обратились на наш ресурс, то предложение будет обновлено о том, что вы проявляете инициативу. Первое, что вы можете сделать, это больше прислушиваться к желаниям своего мужа. Больше понимать его, больше чувствовать, больше стараться угодить. Больше стараться радовать, стараться разнообразить вашу жизнь, привнести в нее что-то новое, может быть, спонтанное, сюрпризы и то-то еще. Второй вариант, что делать, это вытащить опять-таки его же куда-нибудь в другое место, так, чтобы вы сменили обстановку. Смена обстановки очень часто помогает людям на новом месте ответить свои отношения, ответить свои чувства именно благодаря тому, что нету привычных ассоциаций, которые постепенно накапливаются при привязке к определенному месту. Третий вариант – это вариант вам ненадолго расстаться, то есть побыть без друг друга и посмотреть, пересмотреть, переосмыслить свои отношения и к себе, и к нему. А после этого встретиться и поговорить. Еще раз поговорить. И тогда будет понятно, возможно ли между вами что-то или нет. Четвертый вариант заключается в том, чтобы проанализировать возможные конфликты, которые и помешали вашим чувствам сохраниться. Какие-то могли быть конфликты, какие-то могли быть ссоры, недопонимания, недоговорка и прочее. Если что-то имело место быть из этого, то желательно это вам самостоятельно отыскать через воспоминания и с мужем обязательно обсудить. Причем следует отдельно заметить, что обсуждение с мужем этого сразу результатов не принесет. Потому что мужчина, он, как бы сказать, довольно упрям. Он, первая его реакция будет отрицание. Отрицание наличия проблем. Но если вы четко будет знать, что эта проблема действительно важна, то рано или поздно мужчина сдастся и начнет ее обсуждать. Вот примерно такие способы восстановления отношений у вас есть. Надеюсь, они вам помогут сохранить свою семью и жить дальше долго и счастливо. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если оцените его как лучший.